Всем привет! Сегодня я хочу приготовить на маску фальшивую икру из сельди. Она подойдет и для завтрака, чаепитию, и как праздничный вариант. Вначале я подготовленные ингредиенты все очистила, остудила, потому что все должно быть одной температуры. И теперь провернем все на мясорубку. Все, масса для этой прекрасной икры у меня уже готова. Теперь осталось заправить майонезом. Если у вас попалась не очень жирная сельдь, то сюда можно добавить еще сливочное масло. Закуска наша готова. Ее можно подать вместе с хлебом, можно с крекерами, можно просто на кусочках огурца. Приготовьте вместе со мной. Порадуйте близких. И приятного всем аппетита!